В Карелии вышел первый том книги «Беломорско-Онежское пароходство 1940-2007 год. От Онега до дальних морей». В него вошли документальные материалы, очерки, статьи и воспоминания ветеранов. Сборник составили историк Виталий Мерта и бывший начальник Беломорского морского порта Юрий Лежнев, который до этого уже писал об истории родного предприятия. Это коллективный труд людей, где рассказывается о зарождении и развитии парового судоходства в Олонецкой губернии, создании Беломорско-Онежского пароходства и многом другом. Некоторые тексты для книги присылали сами ветераны. Те материалы, которые присылались, они все... Значит, в какой-то, ну, может быть, немножко где-то подглажено, что-то где-то подсокращено, но тем не менее они попали либо в первую, либо во вторую книгу попадут обязательно. Часть первого тиража выпустили на средства, собранные бывшими сотрудниками пароходства, ветеранами, капитанами и работниками портов. Сейчас идет сбор средств на печать второго тиража и следующего тома книги, который будет называться «Погаснувший маяк Карелии».